посмотрите еще раз варианты уходов на первом, втором и третьем базовых движений корпуса. Уходы с использованием 4, 5 и 6 базового движения корпуса также символизируют круг. Все уходы данной группы характеризуют вращательное движение для избежания удара противника с последующей контратакой. Рассмотрим несколько примеров. Вы видите уход на 4 базовом движении корпуса.